В эти дни в столице организован совместный международный учебный семинар научно-практического центра педагогического мастерства и международной оценки при агентстве по президентским образовательным учреждениям и ЮНЕСКО на тему «Инновационная педагогика». В рамках проекта адаптации подходов к повышению квалификации учителей Узбекистана подготовлено пособие с целью улучшения возможности равномерного использования ресурсов качественного обучения. О состоявшейся в рамках семинара презентации наш следующий сюжет. Пособие «45 минут на пути к совершенству» поможет учителям из отдаленных местностей развивать навыки 21 века путем предоставления примеров передового опыта и разработок уроков. За эти маленькие 45 минут ученик может сделать сам открытие. На самом деле, как мы подходили к этой презентации, как мы писали эту методичку, сначала начиналось все с исследования. То есть мы проводили исследования вместе с ЮНЕСКО в школах, президентских школах, и в специализированных школах и в творческих школах. И мы изучали, что не хватает нашим учителям, какие же возможности надо им предоставить, чтобы они могли повышать свою квалификацию. На самом деле мы поняли, что нашим учителям, ну, многим учителям не хватает развития практических навыков у учеников. Сейчас мы только предоставляем проект этой методички, и при этом методическое пособие будет еще обновляться, обогащаться. Мы услышим мнение наших учителей, потом будет апробация. Также было предусмотрено участие передовых тренеров в практических занятиях и повышение их потенциала в вопросе приобретения новых педагогических навыков. Пособие будет служить практической настольной книгой по инновационной педагогике для учителей. Из него можно узнать, как спланировать урок с помощью практических занятий,